Игра по счету, игра ничейная была. Момент соперник имел, момент и мы имели. А так больше борьбы было. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Игорь Геннадьевич, при том целом позитивном результате, который имеется в этой таблице, вот хорошо уже 11 место, большая проблема в атаке. Видите ли в этом проблему на тот случай, если придется сыграть в таковых матчах, где придется забивать и желательно много, успеете ли что-то наладить за оставшиеся? Давайте так далеко смотреть не будем, потому что осталось еще две игры. Вот, будем стараться в этих двух играх играть на победу. Футбол, к сожалению, как получится. Но будем надеяться, что все хорошо должно получиться. Потому что мы очень много работаем над этим компонентом в завершении. Но, к сожалению, пока не получается. Ирич, сегодня «Факел» подал 9 угловых ударов, но остроты не было. Еще не дорабатываете, еще не доведено там до наигранной комбинации? Или соперник был сегодня настолько хорош? Ну, как хорошие моменты все равно были у нас угловых и в первом тайме. Вот если помните, Божин, не дотянись до мяча, там Марков, я думаю, что забил бы. Вот. Ну так, еще раз повторюсь, что мы над всеми компонентами работаем. Пауэрованные защитники очень высокие. Там команда вообще высокая, с ними тяжело.